Надевайте подгузники, и мы начинаем. Забывать про туалет? Это история про монашку-потрошительницу. Она приходит к тем, кто рассказывает страшные истории, но делает это без должного уважения. Сначала гаснет свет в доме. Совпадение. Потом звонит телефон. Мама! А что потом? Она стучит в дверь. Вы действительно поверили в ее глупый розыгрыш? Монашка-потрошительница была лучшим вариантом.